Это глупо, там забор. Я на крыше какого-то завода такого, около школы, на брачку покататый. Я на его крыше, короче. А я поднимаюсь по шахте. Я на желтом, не страшно. Аватар, ты свернулся? Со мной разговаривают дети. Дождь определенно странный. Реально. Если вы видите вуки на крыше одного из зданий, не стреляйте, это я. Отлично просматриваю школу, буду глядеть. Что за Рэмбо сидит на школе с пулеметом и РПГ? Что-что? Что за Рэмбо сидит на школе с пулеметом и РПГ? Из стены. Я прям на доме, напротив школы, прям на 180 градусов. Вы должны увидеть мою голову. Знай-ка, я на втором этаже буду лестницу держать. Вижу твою голову. Я надеюсь, вы в курсе, что у нас гранаты в РПГ разрывные. Фугасы. Ну я говорю фугасы, да. Не-не, кумулятивная граната под СМБ. Но у меня ВМ хит. А у меня нет. То есть с какой стороны они пойдут? Подожди, неизвестно. Паша, я тебе же одну гранату отдал, а почему у меня осталось три? Потому что всего три. Потому что ты ее положил, она обратно положилась к тебе, либо ты ее положил сам. К себе обратно. Я ее так и не получил. У меня даже карты. Тебя ОГ символишь? Еще раз что? Нет, это даже карта, но есть. БМ, БМ, БМ. Это тоже кумулятивно. С какой хотя бы стороны на противника нападает на нас? Точка респа у них на юге, на аэродроме. А, у них вертолеты были, по-моему. А, нет, в этой редакции нет. Паш, напомни, как носочки ставить. Shift пробел. Дриск. Короче, я сижу в стройке, просматриваю южную дорогу на дом, то есть где там вот разбитые БМП, машины, то есть всю дорогу я прям вижу посередине. Тоже вижу. Где аэродром? Ну, у кого карта есть, тот скажет, у кого нет, тот не скажет. Поэтому у кого есть карта? У меня есть. Где аэродром? На юге от нас. Километра полтора.
Слышу БТР. Подтверждаем. Где? Точно с юга. Вижу. Все, сгорел что ли? И... видел движение пехоты, где за БТРом стоит свалка? Принято. Подтверждаю движение пехоты. На крыше кто там за свалкой на доме? На крыше на доме там РПГшник сидел с РПГшкой. Нет, это не наш. Дальше нам. Второй БТР не подвинул куда. На 180 на крыше. Очень сильный ветер, сложно наводиться точно. По горячему БТР можно посмотреть на ветер. Запада БТР едет. Минус РПГшник на крыше. Заряд РПГ профукал, поэтому у кого есть, пробуйте. Все, мы без РПГ. У меня тоже нету. У Незнайки же было, где он? Незнайка в школе. Так, по мне БТР работает. Северо-запад примерно на дороге он. БТР объезжает. Могу с хеда сбегать в школу, проверить его. Что? Проверяю Незнайку в школе. Есть, подтверждаю, свои снайперы на крыше. Все понял. Свой автомат на крыше. Свой Незнайка. 180. Окей. Незнайка там как? Нормально? Нормально. Да. Ты что-то не выходил на связь? Да у меня рация же не робит, сам знаешь. А. Куда БТР сместился? Севернее. Северо-восток. Северо-запад.
Возвращаюсь на стройку. Он живой? Да-да. У него рация не работает. БТР с западной стороны возвращается. Западный, господи. Хотя нет, да, западный. Шуршит, ходит. Сейчас посмотрю попроще. Так, на западе БТР выехал за многоэтажки. Двигается к школе. Сейчас с западной стороны школы будет виден. Понял, жду. Прям под тобой. Прямое попадание. Экипаж мертв. Хвоста за ним не было, пехоты не выводил. Пойду проверю. Они пехоту, наверное, раньше высадили. И пехота сейчас пехом идет. Они для отвлечения, банально. Так, может, пехота в БТР? А, ну все.